воркшоп. Сейчас хотим проверить грузоподъемность этого рюкзака. Нагрузим в него пару пачек бумаги, это 5 килограмм, и посмотрим, как он будет себя вести. Раз пачка, два пачка. Закрываем. Вот, в рюкзаке 5 килограмм вес. Нормально держится, ничего не рвется. Ну, собственно, хорошо, все нормально. Как в длительном использовании он будет себя вести, я не могу сказать, но сейчас все предельно прочно и нормально. 5 килограмм.